Мадам, да. Вы знаете, я хотел, чтобы мою симфонию исполнил наш оркестр. У вас есть оркестр? Нет, пока нет. Ну, много ли нужно? Скрипки, виолончели, виолы, контрабас, все это у нас найдется. Потом эти самые ударные инструменты и духовые можно одолжить у пожарников. Но они не дают. Вот именно, они не хотят. Но даже если бы они и согласились, все равно этого недостаточно. Почему? А потому что у меня нет английского рожка. А без рожка нельзя? Что вы, боже упаси, мадам! Рожок это самое главное. Я вам сейчас все объясню. Удрин, ну уже поздно. Оставь меня в покое, дружище. Вы понимаете, до скерца еще куда ни шло. Но после без рожка я погиб. Ну вот, судите сами, мадам. Значит, вначале вступают духовые. Пря-па-па-па-па, пря-па-па-па-па, пря-па-па-па-па-па, пря-па-па-па-па, пря-па-па-па-па, пря-па-па-па-па. Потом вступают скрипки. Та-ри-ра-ти, ра-та-ра-ра-по-по-по-по, та-ри-ра-ти, ра-ти-ра-ра. А потом вступает рожок. Ти-ра-ра-ра-ра-ра. Но до этого вступают духовые. Прям пам 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 пам, прям пам 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 пам, прям пам 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 когда у меня нет английского рожка. А нельзя его заменить каким-нибудь другим инструментом? Ни в коем случае, мадам. Нет. Лучше совсем не надо. Вы знаете, я готов ждать 100 лет, но без рожка исполнять не стану.